Так, Марс и Плеяды. Да, ISO 6400. Очень все шумно. Но зато видно и Марс слева, и Плеяды справа. Стажары. 6400 ISO. Предыдущий дубль был при 3200. Ой-ой-ой. Конечно, пластилиновое изображение, да. Вот они, стажары. Морозец еще тяжело управлять. Штативами все прорезиненное, подмерзло. Так, должно быть 7 сестер. У нас сколько? Вижу 6. Семеро одного ждут. Вон она, седьмая. Сестричка. Так, а что, семеро одного ждут, это как? Это семь сестер ждут Марса, так? Видимо, играют в нарды. Ну, наверное, может быть, не самое качественное, но зато точно самое яркое из возможных изображений на данный момент с этого фотоаппарата. Так, и пошли Марс. Вон Марс. Ну и Марс видно слева в уголочке. Семеро сестер и Марс. Марс 233 миллиона километров от матушки Земли. На данный момент очень далеко. Сплошное белесое пятно. Ну что ты поделаешь. И светочувствительность завышенная, чтобы звезды были различимы. Поэтому никаких ледников, никаких четкости изображения. Просто сам факт. Вот Марс, и вот стажары, Плеяды. Стажары, чего заходят из-за хмары. Хорошая песня. Ладушки, ждем старлинков дальше. Уже недолго осталось. 6.10 как-то я прозевал, не заметил, может, небо слишком светлое было. Надеюсь, в 19.10 по Киеву что-то будет видно. Давай медведицу попробуем снять, она сейчас... Не, непонятно, да? Не, непонятно вообще. Ну вот, там на хвосте стоит. Вообще ничего не видно, непонятно. Ну хорошо. Не будем мучить себя. Пойдем к Ориону. Чик этому.
созвездию Орёла, к поясу Орёла, что ж ты будешь делать? Слева, в верхнем левом углу Бетелгейза видно, а на экранчике ничего не видно. Только окулярная. Ну вот. Пояс Ориона. О, его видно. Ну чудесно. Куда? Вот это вот, снимая на морозе, резина совершенно не держит. Отпустил фотоаппарат, он пошел в свободное плавание. Под действием гравитации. Ну где-то так. В 18:47 по Киеву, Харькове, 10 марта 2020.